spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлен аксессуар, который может пригодиться многим любителям отдыха на природе, а также путешественникам и даже рыболовам. Это сумка с комплектом посуды на две персоны и небольшим термосом. Ее производителем является отечественная компания «Рыболов Олта». Вес модели PS133 составляет порядка 1,3 кг. Давайте поближе ее рассмотрим. Сама сумка имеет следующие габариты. Длина 28 см, ширина 22 и высота 14 см. В качестве основного материала при изготовлении применяется современный и прочный полиэстер 600T. Защитить содержимое от случайных ударов призваны мягкие вставки в боковых стенках аксессуара. Спереди находится сравнительно объемный карман размером 20 на 17 см. Он скрыт под обыкновенным замком с одним бегунком. Здесь можно хранить бумажные салфетки, инструменты и аксессуары, необходимые на пикнике, какие-то личные вещи или мешки под мусор. Модель PS133 комплектуется плечевым ремнем и стропы шириной 35 мм. Он способен регулироваться по длине, а по бокам крепится за счет пластиковых вертлюгов-карабинов. При необходимости этот элемент легко снимается и также без труда устанавливается на место. Есть и небольшая ручка, которая для большего удобства оснащается мягкой вставкой. Она пригодится при погрузке в автомобиль или для переноски на короткие расстояния. Расстегнув двухзамковую молнию, мы попадаем в основной отдел с посудой и столовыми приборами. Здесь каждый предмет имеет свое отдельное место и дополнительную фиксацию, так что во время транспортировки ничего не должно греметь или биться друг об друга. В набор входят 3 одинаковых термоконтейнера из прозрачного пластика под продукты или готовые блюда. Их габариты составляют: высота 8 см, длина и ширина около 11 см. Крышка плотно закрывается 4 защелками, по одной с каждого бока. С внутренней стороны есть резиновая прокладка, которая предохраняет емкость от протекания, делая контейнер относительно герметичным. А также стальные вилки, столовые ножи, пара пластиковых стопок и двухсторонняя емкость под специи, например, под соль и перец. Предусмотрены и две тканевые салфетки размерами приблизительно 35 на 35 сантиметров. Ну и, как уже говорили, есть металлический термос вместимостью 0,5 литра. Его высота 24, а диаметр донышка почти 7 сантиметров. Закрывается небольшой крышкой, которую также можно использовать в качестве дополнительной емкости для питья. А удобный кнопочный клапан позволит наливать напиток, не открывая полностью горловину термоса. Нажимая на среднюю часть кнопки с надписью «Open», мы открываем клапан. А для его закрытия необходимо надавить на кольцо с надписью «Close». Достаточно простая и удобная система. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.